Привет всем! Сегодня я вам покажу, какую я штуковину сделал себе. Давно ее делал, уже года 3-4. Никак не мог доделать, но все как-то не получалось. Все-таки я ее сделал, свой давний проект. Вот такая вот штука. Телега вот такая вот. Теперь нужно только официанта, чтобы развозил мне всякие ништяки похавать в кровать. Колесики. Ну, колесики еще не разработаны. Новые. То есть крутится так не очень, если честно. Может, сами по себе колеса такие. Вот. Все это из хлама, металлолома, из кусков труб, из ржавого железа. Вот этот вот якорь. Он вообще сделан из двух пластин. То есть у меня не хватало материала. И я варил. То есть заварил. То есть никто даже не догадался бы, если бы я не сказал, что здесь, по сути, это два куска сваренные. То есть все заварено и зачищено так, что никто не догадается. Вот. Здесь вот такой вот логотип МР. Как прямо на канале. То есть из одной буквы фактически, да, сделано две. То есть это моя, чисто моя задумка. Вот. Сделать вот такой вот логотип. Пятаки вот эти вот все. Все это я сам делал. Отмерял такие эти кругляши, вытачивал. Сколько штук здесь их? Так, 4, 8, 16 штук. Вот эти вот квадраты, здесь рассверленные отверстия и нарезанная резьба М4. Это столько трудов, ребята. Это кажется вроде такая полка, но я ее долго делал. Я как-то начинал ее делать, поковыряясь, потом сразу месяца на 3-4 забрасываю это дело. Я говорю, в итоге длился это года 3, может больше, не помню, это было так давно. В общем, вот такое видео, ну, просто решил похвалиться. Я рад, я сделал то, что планировал давно, у меня все не выходило. Не было времени, не было желания. Ну, время и желание я нашел, в конце концов, и сделал то, что хотел. Давайте подальше немножко снимем нашу тележку. Крутится она, конечно, не очень. Не знаю, это или новые колеса, или просто пока это. Вот такое видео сегодня. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. До скорой встречи!